Почти 650 литров некачественного алкоголя не попадет на новогодние столы жителей округа. Крупную партию контрафакта выявили югорские полицейские. 36-летний ранее судимый местный житель организовал подпольный склад в Когалыме. Силовики вышли на него в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В Днепровском гараже нашли больше 1000 бутылок крепкого немаркированного алкоголя с этикетками различных брендов. По самым скромным подсчетам, если злоумышленнику удалось бы реализовать партию, то ущерб правообладателям торговых марок составил 350 тысяч рублей. Полицейские установили, что контрафактное спиртное мужчина приобрел у неизвестного гражданина на трассе Курган-Челябинск с целью дальнейшей перепродажи. Партию подпольного алкоголя он перевез в гаражный бокс на улице Прибалтийская в Когалыме. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.